Пошли с нами, а ты останься. Мы так не договаривались. Сиди. Лишний человек, сам понимаешь, себе дороже. Но... Я скоро. Он скоро. Это мы. Да вот, пришли. Что это значит? Боишься. Чего я должен бояться? Боишься. Каждому человеку есть чего бояться. А ты безгрешен. Может быть, хватит, а то эти душеспасительные беседы. Я к делу веду, Юра. Тебя ведь Юра зовут. А меня Вахтанг. Слыхал? Что-то слыхал. Я с тобой, Юра, поговорить хотел давно, а ты от меня бегаешь. Не припоминаю, чтобы я от тебя бегал. Ты, Юра, друга моего зачем убил? Друга? Не помню. Друга моего, которого ты, собака, пристрелил. Ты ведь должен был знать, что он мой друг и подельник, а? Значит, не знал. Сколько ж тебе серебряников дали, Юра? Я не Иуда. Это моя работа, и ты прекрасно это знаешь. Кто заказал его, тоже не знаешь? Нет, не знаю. Я знаю. Часовщик. Слыхал? Кто ж не знает часовщика? А если б тебе, Юра, за деньги, за большие деньги, мать заказали? На колени. Собака. Чтобы я на колени перед какой-то мразью? Да я тебе... Не надо. Юра сам встанет. На колени? Перед такой чуркой? Чурка, говоришь? Да за мной род княжеский. А за тобой кто, голодранец? На колени! Только это вы и можете. Ничего, скоро я тебя вот так же. Так же. Так же, да не так.